я на сцену приглашаю Вячеслава Дьяконова, Play Me. Добрый вечер всем. Я очень давно не был на сцене, поэтому прошу меня поддержать. Прям сразу вот так аплодисменты. Да, спасибо большое. Значит, меня зовут Дьяконов Вячеслав. Я представляю проект Play Me. Наш проект занимается технологией телеприсутствия и трансляции видео в интернет. Дело в том, что что такое телеприсутствие? Телеприсутствие — это когда один человек с помощью другого может оказаться где угодно, а тот, к кому он подсоединяется, выполняет его команду беспрекословно, и получается, что вы можете побывать где угодно с помощью другого человека. Основана эта технология на видео и аудиосвязи, поэтому здесь мы, развивая эту технологию, поняли, что нету сервисов, способных поддержать телеприсутствие или реализовать ее на уровне сервиса, и поэтому нам пришлось изобретать свой велосипед. Мы сделали устройство трансляции видео с обратной связью в формате Full HD. В связи с этим мы одной ногой стоим на рынке ВКС, видеоконференц-связи, другой на рынке трансляции потока видео в интернет. Значит, дело в том, что рынок ВКС по различным исследованиям зарубежным давно требует дешевых мобильных решений. Все очень громоздкое, стационарное, дорогое. Рынок трансляции видео имеет сервисы Facebook, YouTube, а на уровне устройств, чтобы транслировать, пока что они остаются очень дорогими и нишевыми. Вот это вы увидите сейчас из конкурентов, которые мы выделили. Значит, первое — это Vidicor, наши соотечественники. Они делают все хорошо, только дорого. Вот, значит, роботы телеприсутствия, у них тоже все хорошо, дорого, и это роботы. У нас технология основана на том, что подключается к человеку, который одевает на себя камеру. Значит, и LiveView — это трансляция видео для эфирных телеканалов, очень дорогая связь. Вот, наше устройство должно с выходом на рынок стоить $450. По сравнению с этими ценами, вы видите, это очень конкурентоспособная история. Вот. А характеристики те же самые. Full HD, так, промотал, Full HD и так далее. Значит, мы планируем зарабатывать продажами устройств и монетизацией самого сервиса за подписку. Под каждую нишу мы выделили основные возможности заработка. Поскольку технология телеприсутствия может использоваться в разных жизненных ситуациях. Вот. Но, тем не менее, значит, мы создали на данный момент прототип, делали это за счет собственных средств, вложили там порядка $128 000. Вот. И сейчас ищем партнеров инвестиционных для того, чтобы выпустить первую партию 1000 штук. Вот. И дальше, после выпуска, проект выходит на самоокупаемость. То есть первая партия 1000 штук, инвестиции 325 120 долларов. Достаточно небольшая сумма для технологического проекта, согласитесь. Вот. Себестоимость комплекта 307 долларов. И немножко про нашу команду. Значит, здесь не все, но основные ребята, вот я занимаюсь разработкой общей концепции. Есть мой партнер, у которого есть компетенция в проектном управлении, в упаковке маркетинга. Вот. Ну и разработчик устройства Евгений Помазов и веб-разработка Марк Лейдман. Все, собственно. Телеприсутствие, трансляция видео в интернет, проект Play Me. Будем рады обратной связи, контактам. Все, что захотите, можете подойти ко мне, сказать, расскажу, покажу. Нам здесь дали всего 3 минуты, я бы так, наверное, вам еще рассказал, в каких жизненных сферах это применяется и так далее, и так далее. Спасибо вам большое, всего доброго. Спасибо тебе огромное за презентацию.